Я не планировала. Не планировала покупки, поэтому не сильно-то и жду. Ну, а вообще распродажи нравится, не нравится? Нравится, да. Очень нравится распродажи. Вот я жертва как раз. Вот, а вообще и стилист, поэтому не только я одна жду распродажи. Да, через интернет-магазины, наверное, буду что-то заказывать. Да, все скупили, все, что можно было. Мужчины вообще готовятся к распродаже? Конечно готовятся. Ну что, хотелось давно купить, и вы ждете только, пока цены упадут 50%, как на скидке. Может быть, что-то для компьютера или телефон новый? Какой-то супер-классный пуховик или платье в пайетках. Я бы купил себе новые джинсы. Было бы славно. Ну, может, технику какую-нибудь. Ну, чего хочется? Давай загадывать желание. Наушники. Заветная вещь, которая 100% должна попасть на распродажу, по вашему мнению. Какая на нее скидка должна быть, чтобы 100% ее купить? 80%. 70%. Ну, бесплатно было бы хорошо, но... А что, ну, 20% хотя бы. 100%. 100% и я беру. Мы бедные студенты, нам ничего не надо. 100% скидка устраивает.